Всем привет! Все жильцы дома пятиэтажки в Очаково-Матвеевском переехали в новый дом по программе реновации. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас расскажу подробнее. Пресс-служба Департамента городского имущества Москвы сообщила о том, что все жильцы пятиэтажного дома в районе Очаково-Матвеевское заключили договоры на новые квартиры по программе реновации. 53 семьи многоквартирного дома номер 3 на улице Наташи Ковшовой переехали в новый дом по адресу улица Матвеевская, дом 11. После того, как городом будет принято решение о выводе из эксплуатации отселенного дома, будет обеспечен его снос. Об этом сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. Пока!